Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Этим летом двойняшкам Лизе и Гарри некогда скучать. С ними проводит время дочка Кристины Арбакайте Клавдия. Накануне Галкин показал в своем блоге, как дети вместе с Примадонной сходили в деревенский магазин. Гарри купил инструменты. Оказалось, что они решили взломать сейф для Клавы. А сегодня дети вновь собрались на прогулку. Так вы что, сейф-то вскрыли? Вскрыли. Да, вскрыли. Оказалось, ну, мы что? Вскрывали сейф просто, чтобы там найти диск и мою фотографию. А мы думали, что там какие-то деньги ценные. Да, я слышала, там что-то было, как что-то прям стеклянное или дорогое. Вскрыла, а там просто диск мой. Понятно. Ну, получилось, да, как ты планировал? Да. Ну, мы разломали две стенки, вытащили эту. А нет, там подели сначала вот эту пластинку, да, потом ванну там с колбуцами и взломали сейф, но там а сейчас... потом... А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.